Всем привет! Сегодня покажу вам, как скутер заезжает в большие горы. Одна гора будет в ту сторону, бетонка разбитая вся, а одна будет вот эта вот, смотрите, какая крутая. Я уже в них заезжал, и попробуем сделать это уже на камеру. Вот, поехали. Ну, кто в Ташле знает, знает эти горы. Кто в Ташлу знает, знает, о каких горках я говорю. Вот. Проезжаем через речку. Раньше здесь можно было по воде проехать. А теперь здесь сделали трубу. Аж в двух местах. Здесь размывало с оврага. Вода сошла. И здесь размывало, короче, сделали. Теперь здесь еще один переезд. Один вон там, один вот здесь. Но мы поедем. Поехали. Попробуем заехать по бетонке. Разгон не получится. Придется. Видите, какие ямы здесь. Бугры. Придется сбросить скорость. И вот по этой бетонке заехать. Я верю в тебя, скутер. Ты заедешь. 22 километра в час. Смотрите, как легко это можно сделать. Трясется камера из-за того, что дорога такая. В общем, понятно, что мы заедем. Заехали. Сколько градусов, я вам не скажу. Вот заодно смотрите, какие здесь у нас лепота. Пруд платный, причем сейчас будем спускаться с этой горы и заедем в другую. Поехали потихоньку. А мы поедем вот здесь по другой дороге. Какие-то люди, молодежь. Так, нам надо заехать вот в эту гору. Видите, какая гора большая. Стартуем. Должен заехать. Я заезжал. Давай, давай, родной. Мы с тобой заезжали уже сюда. Давай, давай, ну-ка. Встанем. Заедем. Осилил. Осилил скутер. Смотрите, какая крутая гора. Мы заехали. Хотел я брать скутер 2-киловаттный мотор с 2-киловаттником, но посмотрел видео у людей и пришел к выводу, что если уж брать, то с 3-киловаттником, сами видите, гору мы преодолели. Один момент небольшой я упустил. Когда мы заезжали в гору, я забыл вам сказать, какой вес скутера и какой вес у меня. Вес скутера 75 килограмм.
А у меня вес 130. Вот представляете. Мотор, колесо 3 киловатта. Две батарейки. На одной батарейке, я думаю, я бы не заехал. Почему? Потому что ампераж на одной батарейке, если вы поедете, будет 20 ампер. Две батарейки вы ставите, это 40 ампер. Естественно, сила только больше. А поэтому вот с двумя батарейками он вытягивает в гору спокойно 130 килограмм. То есть два человека по 70 килограмм спокойно завезет. Или одного толстяка, как я. Вот, в принципе, вся арифметика.